Привет, друзья! С вами Татьяна. Сегодня 9 июня. Так, вышла перед обедом прокатиться, скоро полдень. Поэтому так вот все ярко освещено. Будет жаркий день, плюс 30 уже. Здесь такое место, вот эта улица, на которой я сейчас стою, на велосипеде обязательно, да? Это боковая. Боковая, а проехать мне нужно на главную, поворот налево сделать. Как я должна делать поворот налево? У меня не должно быть машин ни на ближней полосе, ни на дальней. Правильно? Правильно. Так, вон какая-то подъезжает по боковой. Так, как она поедет? Направо. Так. О, пока думала, и там появились. Пропущу. Я лучше пропущу, чем куда-то полезу. Так, та тоже пропускает. И это у нас чего остановилось? Зачем? Проезжай, чё ты? Ты на главной. Давай. А, он тоже поворот делает. Опа. О, 52-й маршруточка наша от станции Подольск до Львовской. Приходилось кататься на такой иногда. О, гудят. Поедем. Ну, слишком близко проехал перед машиной, поспешила. Это плохо. Движение в сторону станции. Так, надо сделать остановку. Я взяла фотоаппарат правой рукой, мне это неудобно. Неудобно. Лучше у левой, а руль правой. Так, еще пересечение двух дорог. Так удобнее ехать намного, потому что на правый тормоз, вот в чем дело. Здесь тормоз на правом руле, переключатель скоростей. Вот, нужно сбавить подъем. И вообще я тоже напрашиваю, все удобнее делать правой рукой. Вот она, наша железнодорожная станция Львовская. Вот она, автобусная остановка при станции Львовская. Опа. Ну ладно, этот ролик, так сказать, посвящен повороту налево. Пока таких нет, до свидания.